В последнее время в Твери изменился режим работы некоторых светофоров. Как поясняют в ГИБДД, связано это с необходимостью обеспечить безопасность на дорогах. Как будут решать проблему появления пробок и каким еще образом в городе планируют снижать аварийность, рассказывает наш корреспондент. На этой неделе существенные изменения появились в работе светофоров на Тверском проспекте при пересечении с улицами Новоторжская, Желябова и Советская. Дело в том, что работу светофоров привели в соответствие с ГОСТом, которым не допускается одновременное движение по дороге транспорта и пешеходов. То есть для поворота автомобилей выделена отдельная фаза. Сначала были переведены светофоры, которые без фото- и видеофиксации, а сейчас наладили вот работу с новой организацией ЦУДД, которая поменяла контроллеры и начала вводить эти изменения в режиме. После введения изменений каждый день ведется мониторинг транспортных потоков в центре города и Заволжском районе. Уже были корректировки, которые позволили снизить заторы на дорогах. Также для повышения безопасности осенью прошлого года на некоторых участках была нанесена новая разметка, исключающая возможность левого поворота. Здесь продолжится мониторинг дорожной ситуации. Совместно с ГИБДД будет проводиться обследование, будет принято решение о целесообразности, необходимости разрешения левых поворотов на определенных перекрестках дорог. Дороги такие, как улица Хрустальная, улица Благоева, проспект Победы, улица Орджоникидзе и улица Академика Туплева. Продолжается работа по устранению повреждений на дорожном покрытии. С начала года отремонтировано около 3000 квадратных метров. В первую очередь работы проводятся на наиболее загруженных магистралях. Применяется для ремонта литой асфальтобетон. Его можно использовать при минусовых температурах и влажной погоде.